Всем привет моим друзьям, всем, кто зашел только что на мой канал. У нас уже, не знаю, сколько сейчас, наверное, часа три. Мой день только сейчас нормально начинается. И сейчас мы с вами поедем в Walmart, потому что, короче, я все фрукты поела. Мне еще надо там для салата что-то купить. Короче, сейчас поедем, купим арбуз, там еще какие-то продукты. Ну, короче, я сидела, общалась с друзьями, но понимаю, что нужно идти. Поэтому мы сейчас, видите, я в шортах уже все решила все-таки. Я одеваться так, а то платьюшки да платьюшки. Я хочу, чтобы мои ноги загорали. Поэтому все, сейчас мы поедем на моей кукле. Поехали в Walmart. Приехали мы в Walmart. Ю-ху! Ой, я машину свою закрыла или не закрыла? Уже закрыла. Ой, иногда такое бывает, что я иногда забываю. Один раз, вы представляете, один раз я полностью оставила мою машину открытую. Ушла в Starbucks на несколько часов, а потом прихожу и смотрю, а мы с Аней как раз были. Я такая, Аня, я забыла. Это было нечто. Перепух сразу, все смотрят, что у меня в машине, очки есть ли на месте. Самое главное, все хорошо, и теперь я проверяю по несколько раз. Класс. Так, все, заходим в Walmart. Арбузик. Так, тачка. Кстати, я вам еще не показывала, что как только вы в супермаркет заходите, вы можете взять влажную салфетку, такая влажная, и протереть. Это очень удобно. Она спиртовая. Очень жалко, сейчас нет арбузиков. Арбузики такая же самая цена, 2 с чем-то или 3 с чем-то. Но маленькие какие-то, карлики, а мне большие нужно. Смотрите, было совсем по 25 центов арбузики, а уже по 36. Так, я взяла капусту. Мне надо для хлопьев алмондовое молоко. Сейчас поеду. А еще я себе список, короче, написала. Сейчас мне надо молоко алмондовое, потом я не помню. Короче, сейчас будем смотреть. Тоже, как и в Украине, можно купить лотками такие, по не знаю, по сколько там штук, ну, короче, за 10 долларов. Видите, два этажа. Так, идемте, алмондовое молоко. Кстати, это обычное молоко, оно хорошее, я его люблю. Но я люблю также алмондовое, потому что оно не такое калорийное. Я сказала, почему. Вон, видите, 30 калорий в нас. Ну, там, ну, сколько-то там. Если на обычное молоко, но только с красной крышкой, идет 100 с чем-то калорий, то на этот, знаете, что пишет? Вот 30 на 20. Видите, 30 на 20. Поэтому я его очень люблю. Но тут больше кальция. Вот видите, на 50% больше пальцев, чем обычно, regular. Ой, мне ключи от машины оставили. Уже. Так, что-то мне еще надо. Мне еще зубную пасту надо. Так, идемте. Здесь можно купить именно ткани там. Там на одеялко. Или еще что-то там, подкладочки всякие. Ух ты, смотрите. Можно такие покупать и просто шить деткам такие легенькие покрывальца. Сколько он стоит? Где-то 3 доллара. Всякие. Сколько? 2,97 фиолетовый. Ух ты! Это метр, по идее. Или как там у них считается? Не метр, наверное. Ой, такой хорошенький, такой мягенький. Ой! Смотрите, всякие такие тоненькие, как пеленочки для деточек. Ой! А можно здесь еще всякие тюли купить. Ну, понимаете, что такое тюль? 3,97. Ну, это вообще жестко. А тут всякие шторки можно делать. Ух ты! Круто! Короче, любой вид, любой. Такой какой-то переливается, кажется, как будто.
Ух ты, это фатин, или как он называется? О, это же можно платья такие делать. Класс, вот так оно скручивается как-то. Вау, я видела такое в интернете. Я всегда хотела такое сделать подобное. О, класс, сколько оно стоит? Без цены, понятно, неизвестно. Круто как! Вот это да! Я еще вообще не была в Walmart за весь период, за весь год. Я еще здесь не была в этом отделе. О, смотрите, какой она мягенькая! Но она стоит почти $8. Класс! Класс! Какая она красивая! Ух ты! Ну, короче, дизайнерам тут есть чем заняться. Покупайте ткани, делайте что хотите, платья всякие. Представляете, какие красивые платья можно делать? Была бы только фантазия. Круто! Концтоварики. Но подобные концтовары, но не такого качества, можно покупать в долларовом. Я там все время люблю покупать всякие тетрадки, скрепки. Ух ты, какие наборчики интересные. Вы видите, 88 центов. О, вот такое, то, что здесь пишут 88 центов, 100% такое в долларовом есть, и вы купите за доллар. Поэтому в долларовом есть то, что можно купить дешевле, а есть то, что на несколько центов дороже. Поэтому нужно знать, что там находится, чтобы не быть в убыток. Так что это... файлики за $6. Ой, какие крутые! Кстати, если вы не знали, то бумага вообще украинская от американской отличается. Украинская длинная и тонкая, ну такая узенькая, вот такая узенькая, длинненькая. А американская шире, но по ростам она не такая длинная. Ростом, длиной. Так, всякие сувениры. Так, флаги. Андрей, ты хотел узнать, вот смотри, вот это качественные флаги? Но они и стоят, видишь, дорого. Ну, это вообще, он очень огромный, это чтобы вот это на дом повесить. Вот есть чуть-чуть попроще. Ну, тут вот размер 3x5 фит. Или вот 91 на 152 сантиметра. $5. Вот просто какое-то непонятное. Что-то. Ну, все, что хочешь, и... какого хочешь размера. Все есть, что я люблю. Я очень люблю покупать блокноты, ну не так покупать, а просто всегда смотрю на такие блокноты, вот, например, с надписями Anything impossible, is possible, все возможно. Hello, superstar. Я вообще, это просто... Oh, yes, you can. Видишь, да, ты можешь, типа, все окей. Очень сложно, ты делаешь, но ты сможешь, и ободрения всякие такие. Мне нравится. А еще я очень люблю заходить в магазины, именно вот где книжные всякие. И там все есть, куча разных тетрадок, и они все подписаны. Это классно. Что это? Типа чехлы для телефонов? Не знаю, 97 центов. А такой в долларовом. За доллар. Так что вот, о чем я и говорю. Смотрите, здесь даже есть отдел, вообще не в тему. Видите, здесь куча всего таких подарочных, упакованных бумажечек. Всякие такие на праздники. И тут как раз конфеты именно с символикой Америки, США. Вот такие, которые некоторые любят. Если он смотрит, то улыбнитесь. Андрей, я тебе. Так. Вот видите, всякие конфеты символические. Упаковочки. Они обычные, но просто упаковочка. И за это вот 3,48. Я не знаю, сколько они стоят, если без этого. Но...
Skittles. Ой, как я обожаю эти Skittles. Ой, 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 смотрите, смотрите. Сколько? Килограмм и 160 грамм. Вау! Круто как! Ой, ой, хочу, уже хочу все. Ой, кит-кат, видите? Такие. Произошло. Я уже подхожу к кассе, и потом я вспоминаю, а чем я буду расплачиваться? И я такая, я же карточку свою забыла. Вот, я оставила свою тачку, но не выкладываешь. Такая думаю, если я сейчас выйду, люди подумают, какая-то странная, что-то взяла без разрешения. И мне пришлось идти, ну хорошо, меня не остановили, то сейчас я возьму мою карточку и снова пойдем расплачиваться. А еще вы знаете, что я забыла? Я вообще все позабывала. Я дома оставила свои вещи, которые я должна была отвезти, там, по делам еще поехать. Вот уже ж, это мне сейчас придется возвращаться домой, брать их, опять ехать куда нужно. О, ужас. Вот что значит, когда ты рассеянный. Я не рассеянный, просто очень много дел сейчас скопилось, и я вот тут бегаю сейчас все, что надо там купить. Вот, представляете, зашла я, смотрю, одна тетенька в тачке имеет один большой арбуз. Я такая думаю, не поняла. Я же только что смотрела, были маленькие арбузики, больших не было. Я к ней подхожу, говорю, а где вы взяли? Думаю, может, она где-то купила, может, только что принесли, она взяла. Она говорит, ой, это последний. И я, а, окей, thank you. Она... А ты хочешь его? Я, да, но нет, это ваши, я не буду. Она, не, ицуки, ты можешь взять. И она мне отдала свой арбуз, смотрите. Видите, какой огромный. Я его так хотела. Спасибо, Господь. Потому что я уже не знала, где его брать. Потому что это Walmart один находится возле меня. Я не знаю, такая, ладно. Он стоит где-то тоже до 4 долларов. Класс, я очень рада. По-моему, я уже все купила, только зубную пасту я так и не нашла. Где я нахожусь? Упс. Сейчас мы приехали с вами, куда мы приехали, в банк, потому что мне нужно положить денежку на счет, так как вы уже заметили, что я все время расплачиваюсь карточкой, потому что я не очень люблю эти мелочи, копейки, центы, поэтому сейчас мы зайдем в банк, положим денежку и будем радоваться жизни. Кстати, банк находится в самом магазине. Вон он, родненький, Wells Fargo. Все, сходила я в банк. А теперь смотрите, что я жую. Я эти жевательные конфеты Starburst очень люблю. Они очень вкусные. А это еще минис. Видите? Они такие малюсики, смотрите. Дивите, какие они маленькие, бачите? Тут только... Ну, они как будто начали одинаковые цветом все. Но мне нравятся, они разные. Strawberry. Тут написано fruit punch. Или punch. Потом strawberry, cherry и watermelon. Видите, они все с розоватым оттенком. Но каждый свой вкус имеет. Это так вкусно. Да, я же вам не показала саму. Маленькая. Видите, миничка. Это watermelon. А еще, смотрите, у меня в машине есть бардачок. В бардачке еще целая пачка мамбо. Чупа-чупсов куча. Конфет еще других. Потом, смотрите, есть еще такие. Короче, в моей машине что только, чего только нету. Сзади целый холодильничек там. Вот там, видите, вот там мой холодильничек. У меня там стоят соки. Как вкусно. Да, мой дом, это... Ой, моя машина, это домик на колесиках. И ресторан. Все, что хочешь. И фрукты, и печеньки, и соки.
Так, все, надо заканчивать, потому что меня дома ждет арбуз. Все, поехали кушать арбуз. Я потом буду, не знаю, что делать, но, может быть, уже буду заканчивать на этом мое видео, потому что я больше никуда не поеду. Сегодня буду кушать арбуз. Так что желаю всем хорошего настроения. Увидимся скоро в Украине. Всем пока-пока!